Всем привет! Мы отправляемся в новый рейс. Сегодня мы работаем на компанию «Восточный экспресс» и путешествуем по одноименной карте. Наш груз – медицинское оборудование. Едем из города Якутск в город Алдан, Россия. Город Алдан возник как приисковый поселок при крупном месторождении золота, открытом в 1923 году, и получил название «Незаметный». В 1939 году преобразован в город и был переименован в Алдан от гидронима реки Алдан. Длина рейса – 888 километров. Водителя зовут Сергей. Приятного просмотра! Приехали. Конец пути. Все готово. Приятной поездки. Поверните налево.
нового маршрута. Развернитесь. Поиск нового маршрута. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Двигайтесь прямо.
Thank you.
Thank you.
Поверните налево. Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, свой царский лайк.